Еще раз доброе всем утро. И мы начинаем нашу смехоэнергию. Запускаем, запускаем смехоэнергию, чтобы сегодня у нас день был просто вот такой. И напоминаю, что завтра у нас будет... Кто знает, кто помнит, что у нас по субботам? А по субботам у нас правильно нейрогимнастика. А сегодня у нас что? Смехомассаж. Вы знаете, массаж – это настолько вот важная вещь в нашей жизни, которая обязательно должна присутствовать, и о которой, к сожалению, вот недостаточно много говорят. Хотя массаж – это просто уникальное оздоровительное средство, и в сочетании со смехом, конечно, это мега результат. Хорошо, давайте подтянемся, как всегда, возьмем охапку утреннего счастья, бодрости, тянемся, тянемся, тянемся на носочках. Одели улыбочку, да, улыбочка у нас тянется к ушкам. Вытягиваем, вытягиваем наш позвоночник, да. Вот, и макушечка вверх тянемся кончиками пальцев. И плечики у нас начинают вырастать. Правая выше, левая. Правое плечико, левое выше. И еще раз пальчиками вверх тянемся, тянемся. И макушечкой тянемся. Так, 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 так. И ножки у нас вырастают, длиннее, длиннее становятся. Животик подтянут. Да, попки крепкие, как орешек. Тянемся, тянемся, улыбочки. И добавляем смех. Молодцы, молодцы. Начинаем растирать ладошки. Заодно буду рассказывать, почему же так полезен массаж, друзья. Да, физические упражнения это классно, но в сочетании с массажем у нас улучшается лимфодренаж, у нас улучшается кровоток. Мы запускаем очень хорошо работу всех органов, да? Это, конечно же, польза и для нашей кожи обязательно. Да? И у кого немеют ручки, ноги, пальцы, часто такое слышим, да. Но, с одной стороны, это нехватка магния, да. И здесь нужно, конечно же, там, кушать виноград, например, молочные продукты, орехи. Там специально витамины приобрести. Но очень важно, чтобы у нас работала энергия. Поэтому вот мы должны запускать лимфу, да? И на ногах она идет от кончиков пальцев и вверх. Мы хорошо прорабатываем. И добавляем смех, да. И на руках, да, обязательно, обязательно. Немножко разомнем наши суставчики, да. Молодцы, хорошо. Пальчиками поработали. Встряхнули, подняли, сбросили. Подняли, подняли, подняли. Работаем ручками, а все устало, сбросили. Она у нас стекает с кончиков пальцев, да. Подняли, подняли, подняли. И все волнения, если напряг какой-то, если что-то беспокоит, и сбросили. Хорошо, молодцы. И начинаем с лица. Давайте. И пошли прорабатывать овал. Можно еще и одновременно, вот вам тоже нейрогимнастика, одновременно работаем челюстью. Так, хорошо, шейку. Да. И пошли от серединки до мочки. Вот так, сторона ушек. Да,
пальчиками к углу и в стороны, вот так вот, к серединке глаза и в сторону, к серединке глаза, к внутренней стороне. Прорабатываем, прорабатываем, прорабатываем. Хорошо, молодцы. Переносится. Погладили, погладили. А теперь смотрите, держим бровки и глазки закрываем. Вот немножко как веки приподняли и глазки зажмуриваем. Пытаемся их закрыть, а бровки держим. И это у нас больше открывает глаз. Особенно это прорабатывает верхние веки. И бывает такое, что вот мы смотрим, у нас один глаз больше, другой ниже, значит меньше. Да, это природно, это у всех какая-то есть легкая асимметрия. Берем, можем прорабатывать один глазик. Держим. Хорошо. И волосики поехали. Вот так. Хорошо, хорошо. Делаем классический беспорядок. И взяли, и вот так скальпом поработали. Вот так пошевелили. Так, постучали, постучали. Смеемся обязательно. И хорошо, такой массаж делаем, да? Вот, и, конечно, проговариваем, наши волосы густые, да? Проговаривайте, мои волосы шелковые, мои волосы крепкие, мои волосы здоровые, сильные. Открываем змеечку посредине «э». Раскрываем черепную коробку «э». И сыпем сюда ингредиенты счастья и радости, эндорфинчики. Радость. Молодость, да, креативность. Все, что вы хотите, смелость, уверенность в себе, да, молодость. И хорошо, хорошо, все замешиваем, да. И повторяем, я молодая, я красивая, я легко приспосабливаюсь ко всем условиям жизни. У меня прекрасное настроение, я полна бодрости, радости. Хорошо, закрываем змеечку, сделаем вдох. Губки всех расслаблены, вдох. Если у кого-то не получается, сюда пальчики. Хорошо. И наши ушки, все точечки. Хорошо, хорошо прорабатываем, потому что они связаны с нашими органами. Поэтому абсолютно не забывая ни в одном месте, вот прошлись пальчиками по всем ушным раковинам, по всем изгибам. Так, мочку хорошо, хорошо прорабатываем. Обязательно это место, где просто вот скопление различных точечек, очень, которые взаимодействуют с нашим организмом. Так, хорошо. Потянули, на гармошке играем. Ha 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 ha
хорошо. Вверх потянули, потянули себя, да. Тянемся, кто еще застрял в болоте. Тянем, тянем, тянем. И еще тянем, тянем, тянем. По кругу вперед. По кругу назад. Хорошо, молодцы. Теперь берем два пальчика. Вот спереди и сзади, за ушком. Хорошо, хорошо прорабатываем. Вы знаете, эти точечки, это и точечки молодости, точечки красоты. Потому что мы запускаем нашу лимфу. И когда мы запускаем нашу лимфу, у нас лучше работает кровообращение. И когда кровообращение лучше работает, это значит, что с кровью поступает к нашим органам кислород. Вот чтобы у нас не было ни одного места, которое не проработано, да? Вчера мы с вами так хорошо проработали вот все суставчики, да? Делали и гимнастику королей, да? На пластику, на гибкость, да? И очень важно, конечно, чтобы и не было никаких застойных таких явлений. Поэтому вот сегодня мы уделяем этому внимание. Хорошо. Ну и для массажа мы можем использовать различные атрибуты. То есть приготавливайте, и это могут быть вот такие, допустим, какие-то предметы выпуклые. Бывает, специально у кого-то есть какие-то массажерчики. Я вот для примера вообще взяла такой стиральный для стирки, вот такой колючий шарик, да. Да, и прорабатываем ручки. И обязательно смеемся, да. И вот чем больше для нашей кожи будет таких необычных ощущений, да, тем лучше. Да, можем рукавчики тут убрать. Вот так, так, да. Можно прям вот так потереть, особенно для вот таких мышц, да. Вот так, для таких участков. Хорошо, да, другую руку. Если нет стирального, то можете использовать вообще что угодно. Вот что увидите под рукой, да, могут быть ваши щеточки различные, там, мочалочки жесткие. Сейчас мы их тоже возьмем для купания. Расчески, щетки. Все, конечно, должно быть предварительно вымыто, чистенько. Хорошо, молодцы, расправили плечики, расправили, да. Осанка – это очень важно. И не просто мы расправляем, чтобы у нас лопатки сзади сошлись, а вот очень важно, чтобы вот здесь, вот эти вот у нас участки, да, плечевые суставы были разработаны, именно чтобы вот эти костяшки не вперед смотрели. Даже если вы будете соединять лопатки, но очень важно, чтобы вот как можно больше вот эти плечевые суставы, да, были разработаны и развернуты назад. Да, хорошо, молодцы. Пошли грудная клетка. И помним вот эти места. Хорошо, хорошо прорабатываем, пощипываем, растираем. Если кто-то дома может раздеться, вы прям можете вот делать это и на голое тело. Можете использовать какие-то крема, чтобы лучше скользило, да. Можете прям сразу брать всевозможные мочалочки, да, и использовать тоже их по телу. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. И теперь нашу холочку. Вот, обязательно хорошо, хорошо проминаем холку, особенно если у кого-то есть какие-то ненужные отложения, от которых вы хотите избавиться. Вот так мы хорошо, хорошо растираем, чтобы прям горячо было, да. Физически для этого тоже трудимся, чувствуем, когда кровоток идет, нам становится более жарко, да. Пощипали, хорошо, хорошо, поразминали. По
начале. Если у вас есть возможность, конечно, записывайтесь массажистом, только хорошим, сертифицированным. Да, узнайте заранее у людей, получите отзывы. Так, спиночку прорабатываем. И вот эти места, да, вот где мы носим бюстгальтер, у нас часто появляется складка, следы, да. Поэтому обязательно это место тоже нужно хорошо разминать, прорабатывать, простукивать, растирать, да. Вот так, хорошо, хорошо. Так, хорошо, хорошо, да. Вот так, молодцы. И животик, поехали, поехали. Снизу вверх. Пока. Поклонили другой бок тоже. Низ спины, хорошо, хорошо. Тут прям порастирали, можно вот кулачками, костяшками, да. Бока, и тут помогаем тоже. Помогаем, да, ножками. Да. Вот так вот тазом работаем. И наши бока навстречу кулачкам. И чуть ниже бедрышки. Хорошо. Ножку поставили на стульчик. И начинаем прорабатывать самых пальчиков. Вот пальчики, ну мы знаем, это очень такое место, которое всегда хочется проработать. Я даже своим маленьким внучкам, когда пальчики прорабатывают, они млеют. А мы с вами столько ходим. Да, у кого-то не очень удобна обувь. А сколько приходилось, во всяком случае, в жизни, а кто-то сейчас ходит на каблуках, да? И нога вот застаивается в таком положении. У кого-то косточки появляются, у кого-то какие-то смещения. Давайте прорабатываем. Хорошо, хорошо, растираем, растираем. Наши пальчики растираем. Да, так. И подергали, потянули, потянули, да. Вот, и под себя их вот так вот поджали, поджали. И в другую сторону на себя. Вот, попроминали стопу, пяточку. И над пяточкой хорошо растерли. И делаем как крапиву такую, да, вот такие ручками движения. Да. И поехали снизу вверх. Вот так хорошо-хорошо прорабатываем. Вы можете даже и на спинку стула, или там на стол, на какое-то удобное место, на ступеньке вот так ножку поставить, да. И поехали, прорабатываем. Вот так. То есть нам важно вот эту лимфу наверх. Хорошо, хорошо. Вот прям наверх, наверх, наверх мы это все сгоняем, да. Если чувствуете, что какие-то места у вас дают болевые такие ощущения, значит, обязательно им уделяйте больше внимания. Вот, какие-то точечки, где болит, значит, они требуют больше внимания, их надо проработать. Вот, под коленом, вот эти отложения, внутренние отложения. И работаем теперь от колена наверх. И хорошо, хорошо, особенно внутреннюю сторону бедра, да, потому что она у нас мало задействована, и эта область, если ее не прорабатывать, и физически, да, вот приседать, ножку вот так хорошо поднимать в сторону, то есть различные упражнения и массаж. Если это не делаем, то эта часть у нас становится, ну, непроработанная, более дряблая, так скажем.
костяшками, кулачками, немножко, чтобы было больно, да. Да, другую ножку, тоже пальчики. Вот, пальчики расслаблены, не зажимайте. Вот, их двумя ручками растираем, прям саму стопу, вот так ее. Да. Хорошо, хорошо, вот так можно пальчики. Да, вот так, с любовью. Хвалите, мои ножки хорошие, мои ножки здоровые, мои ножки молодые, мои ножки побежали по дорожке, да, я вас люблю, я вас благодарю, да, вы мои красивые, вы мои любимые, вы мои стройные, вы мои хорошие. Вот так растираем, слушаем свое тело, сами даже чувствуем, куда нажать, где надавить, что вы давно не прорабатывали, какую область. И пошли выше, вот над пяточкой, да, и такими движениями, крапива, помните, в детстве многие знают, да, крапива называется, да, и наверх. Да, можем поставить опять на стульчик или на стол, или куда вам удобно. Да, и прорабатываем. И гоним лимфу снизу вверх. Хорошо, хорошо. Так, тут вот можно прям посильнее. Можете даже и костяшечками пальцев, да, или брать опять-таки какой-то предмет и хорошо себя прорабатывать. Вот мы сейчас с вами делаем лимфодренаж. И, друзья, когда вы утром просыпаетесь, перед тем, как встать, вот поднимите ножки. И ножками, и ручками, да, вот, потрясите, чтобы у вас кровь пошла, вот, снизу вверх, да, хорошо прорабатываем. Особенно, если где-то чувствуете отложения, но опять-таки болевые ощущения, хорошо, хорошо, эти места прорабатываем, да. Немножко, чтобы было больновато, ну, не до синяков, конечно, но чуть-чуть делаем пожестче, особенно от тех, те места, от которых мы хотим избавиться, прям их хорошо-хорошо прорабатываем. Почему берем предметы какие-то? Потому что бывает, что не хватает собственной силы, да, пальчиков, тогда мы вот такое применяем. Вот. Нашу попу тоже хорошо-хорошо разогреваем. И наверх вот так вот поехали, как мы животик делали, только теперь вот так вот попу. И тоже можем хвостиком шевелить. И снег добавляем. И идем от бедра выше, выше, выше к попе, да. От бедра вот чуть выше колена, коленки. Похлопываем хорошо и на попу заходим. И еще раз снизу и на животик заходим. От коленок немножко по сторонам и на животик. Все наверх. Хорошо. Хорошо. И берем, у кого какие есть мочалочки, да? И хорошо еще свое тело прогреваем. Да. И после зарядки пойдете еще в душ, да, смойте вот все такие ороговевшие участки кожи, чешуйки, пот, поры у нас будут открыты. Сделайте контрастный душ. Так, другую. Тело отвечает благодарностью, оно разогрето, ему приятно, да. И другой стороной, то есть используйте разные, более жесткие, более колючие поверхности. Грудную клеточку хорошо, хорошо.
Вот эти места всегда напоминают, да? Вот, когда вы купаетесь, обязательно их разогревайте. Ну, еще раз нашу холку. Попростукивали, да, себя, вот прям чувствуете свое тело, где хочется, где просится, да. И взяли расчесочки. Ой, хорошо, хорошо, да. Лучший день, лучший день, да. Слабые волосики отмирают, новые вырастают. У меня густая, красивая шевелюра, у меня шелковые, густые, блестящие, крепкие, сильные волосы, да. Поворачиваем вот этой стороной и тоже себя простукиваем, простукиваем. Можно любые, в принципе, взять предметы. Это вот что сподручно, да? У меня знакомая на поле пластмассовой бутылочки набирает воду и вот простукивает эти места. Вот. Можно такие, где у нас залежи, бедрышки, можно так и посильнее. Попу. Посильнее, посильнее. Животик. И у нас есть низ живота, да, моего, и все движениями наверх, вот не просто простукиваем, а движениями вот наверх, да, вот так, чтобы никаких фартушек, фартушком не было, чтобы ничего не провисало, и повыше, да, и нашу талию проработали, да, хорошо, молодцы. И волосы погладили, у кого есть такой массажерчик, можете вот так себя побаловать. Вдох. Вдох. Еще раз вдох. И побежали друг к другу, стали друг друга шикотить и смеемся. Делай расслабляющее, успокаивающее движение. Вот где хочется, само тело слушаем. Вот, погладили ножки, поблагодарили все тело, да, погладили по массажной. Потянулись наверх, потянулись, потянулись. Ручками поработали, поработали. И сбросили. И с кончиком пальцев у нас ушло все ненужное. Потянулись, потянулись, потянулись. Наверх тянемся, животики подняли, попки крепкие.
Тянемся, тянемся, тянемся. И из кончиков пальца у нас стекает все ненужное. Все болезни, если у кого-то есть, какие-то печальки. Все сбросили, сбросили. И танцуем на то, что сбросили ножками, наступаем и танцуем, раздеваем. И водичку наливаем, водичку в точке наливаем. Нам водичку и проговариваем. Мое тело молодое, здоровое. Я отлично себя чувствую, да. Моя кожа эластичная, здоровая. Красивая, эластичная. Кровь отлично протекает по всем сосудам, по всем венам. Кровь доставляет кислород ко всем органам. У меня хорошая память. У меня отлично работает кровоснабжение. Давай. Кирпичи сбросите. В эту дверь прибьете. И мы тоже сбросили себя все кирпичи, да? Отпустили все тревоги, отпустили все, что нам мешает, и заходим в этот чудесный день легкой, красивой королевской походкой, улыбки на лице. Мы всем дарим счастье, радость и всех приглашаем завтра на нейрогимнастику. На завтра будет отличная проработка. Не только нашей эмоциональной сферы, но и проработка правого и левого полушария. Знаю, что очень многие ждут, очень многие задают вопрос, когда будет нейрогимнастика. Вот она у нас по субботам. Да, по воскресеньям смеха танцы каждый день у нас разные. Потому что в один день сложно проработать все, поэтому вот я решила, что каждый день мы будем больше всего уделять внимание но той или иной сфере. И сегодня у нас смехомассаж. И помассируйте сегодня своих деток, нападите на них, чтобы они тоже посмеялись, чтобы у вас у всех начался день. Вот так. Как ваше самочувствие, друзья? Отлично. Хорошие, хорошие. Отличные. Благодарю вас. Благодарю. Благодарю. Я очень рада. Все, друзья, до новых встреч. Благодарю, благодарю, Лариса. Благодарю, благодарю, благодарю. Да, спасибо всем, кто был с нами. Благодарю, благодарю. Спасибо. Спасибо. Присоединяйте своих бабушек, дедушек, деток, потому что даже многие детки, они не могут делать то, что мы делаем. А это о чем говорит? А у них школа. Им нужно работать над своим мышлением, над гибкостью, над адаптивностью, да, поэтому пальчиковая гимнастика, она как раз вот убирает все, к чему мы привыкли, и образует новые нейронные связи, да, поэтому человек начинает ходить другими путями, видит новые возможности, более становится гибким, более творческим, более креативным. Все, до завтра, всем отличного-отличного дня, друзья, всех обнимашки. Yeah.